И вот однажды, в марте 1962 года, в одной из передач «С добрым утром» прозвучала песня. А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утро стучит каблучками она, обо всем позабыл. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. Никто из авторов не знал, тогда не было смс-ок, не было интернета, написали письма. И вот редакцию «Сатиры и юмора» забросали ребята письмами. Расскажите, что случилось дальше во дворе. И вот авторы пишут вторую песню. Может быть, кто-то ее сейчас вспомнит. Ты не грусти, может быть, еще встретимся. Я от тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. Это была вторая песня. Никто из авторов, ни Аркадий Ильич Островский, ни Лев Иван Шашанин, не предполагали, что появится первый цикл в жанре песенном. Первый цикл песен, потому что в бой пошли девчонки. Что вы все время о пареньке рассказываете? Расскажите что-нибудь о девчонке. И тогда появилась третья песня цикла, которую исполнила незабвенная Майя Кристалинская. Вы наверняка, во всяком случае, люди среднего и старшего поколения помнят. Это ведь ты глядел на меня. Ты искал меня всюду. Я бывало бегу, ото всех твои взгляды храня. А теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. Но никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Пойте. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. В общем, это была третья песня. Ну и как в России бывает, Манька дома, Ваньки нет, Ванька дома, Маньки нет. Возвращается паренек
через 3 года. Песня называлась «Прошло 3 года». Вот снова этот двор, мой добрый старый дом, из всех счастливых пор 3 года не был в нем. На милом этаже квадратики огня, теперь они уже горят не для меня. Это была 4-я песня. Ну и авторы понимали, что, в общем, пора когда-то заканчивать этот роман, повзрослевший. И в связи с тем, что я был свидетелем этого романа, авторы решили, что будет вот одна такая проходная песня перед финалом счастливым. Называлась она «Никому не верь». Опять. Опять, опять во сне, в бреду, в хмелю, позволь мне повторять, что я тебя люблю. Никому не верь, что звезды уснут, что снёт любовь. Слышишь, никому не верь. Ну, в общем, эта песня не стала уж такой популярной, она и не была рассчитана на это. И была уже практически готова. Заключительная песня с таким счастливым концом, хэппи-энд. Но внезапно ушел из жизни Аркадий Ильич. История осталась незаконченной. Но осталась как первым циклом песен в антологии «Отечественная песня». А сейчас, и я счастлив был, что моей партнершей в этом цикле была замечательная Майя Кристалинская. А сейчас на сцену выйдет очаровательная певица Марина Девятова. Встречайте! Все тот же двор, все
Дорогие друзья, это такое счастье, что у нас, у молодого, подрастающего поколения есть такая замечательная возможность исполнять такие добрые, теплые песни. Спасибо! Ну, я хочу вам сказать, мне посчастливилось знать Льва Ивановича,